Как увеличить свой масштаб? Если эта тема для вас актуальна, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал. Мы с вами говорили в прошлых выпусках, как быть включенными в свою жизнь и как творить свое будущее прямо сейчас. Потому что если мы прямо сейчас начинаем думать о будущем, живя, проживая свою жизнь, или вспоминать о прошлом, опять же, проживая свою жизнь, возникает лишнее напряжение. Творить свое будущее и трансформировать свое прошлое, соответственно, нужно в моменте, находясь во включенном состоянии. А сейчас я хочу отдельно поговорить о том, как формировать свое будущее и в этом будущем увеличивать свой масштаб. Раз в неделю это делается. Раз в неделю обязательно нужно давать себе такую вот уникальную возможность посмотреть на свою жизнь как бы с высоты птичьего полета, да? И перетечь таким образом из парадигмы срочности, вот рутины какой-то, да, вот в парадигму важности. Важности, расставить свои приоритеты, потому что только когда мы расставляем какие-то свои нужные приоритеты в жизни, нас будет отпускать рутина. Потому что если мы эти приоритеты не расставим, рутина нас будет засасывать и засасывать, и мы с вами будем что делать? Выгорать, неизбежно будем выгорать. Потому что, вот, ребят, парадокс заключается в том, что когда мы позволяем себе дать какое-то регулярное, запланированное внимание неким главным, основным вещам, да, в своей жизни, то все остальные, которые более мелкие, более рутинные, они берут и как-то вот автоматически, автоматом подстраиваются под вот эти вот главные вещи, да. И вот на курсе NLP-мастера, NLP-практик даже, NLP-практики мы уже научаемся думать именно о главном, о главных жизненных задачах. И учимся это делать легко, естественно и абсолютно как-то без усилий. И, в общем-то, к концу практика у нас уже самая большая проблема – это найти какую-то проблему, чтобы выйти ко мне на демонстрацию. Ребята даже говорят там по причине отсутствия проблем. А на мастере мы уже, в общем-то, не занимаемся проблемами вообще, мы занимаемся только какими-то подвисшими контекстами, которые требуют энергии в присутствии наблюдателя, потому что всегда есть система, и система, она не существует без наблюдателя. Это открытие Нобелевских лауреатов, если вы слышали об этом. Причем это из области физики. Это не из области мистики, это из области самой совершенно такой нормальной физики. Так что практический вывод. Выберите, пожалуйста, тихое место. Такое тихое, спокойное место, где вас никто не будет беспокоить. Я вам сейчас не про медитацию собираюсь говорить, да? Час. Хотя бы час, чтобы вас никто не беспокоил. Это может быть ваш кабинет, если он у вас есть. Это может быть спальня. Это может быть лавочка в саду. Это может быть какая-то беседка. Это может быть ресторанчик, где вы точно знаете, там кафешка какая-нибудь, где вас никто не тронет. Может быть, какое-то ваше самое любимое место на природе. Да? И сядьте туда и подумайте. Подумайте, посмотрев на свою жизнь с высоты птичьего полета, да? Какие сферы вашей жизни максимально на данном этапе требуют вашего внимания? Что это? Работа, какая-то область работы, а может быть это семья, а может быть это ребенок, а может быть это какой-то проект, который вы долго откладывали, но который реально может вас драйвить. Вот тут что важно, рассматривать вы должны только то, что в итоге будет вас усиливать, да? Вот такой вот критерий, потому что не то, что надо, нет. Важно это то, что в итоге меня усиливает и дает мне энергию, дает ощущение какой-то большей яркости, полноты и осмысленности жизни. Вот этим вот зонам мы даем внимание и простраиваем стратегию, как их развивать. И какого результата или каких результатов мы в них хотим добиться в обозримые периоды времени. Это и есть стратегирование. И это и есть увеличение своего масштаба. Если эта тема была вам интересна, ставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на мой канал.